них еще большая, а теперь следить все поменьше. Опять спит, наверное. Заходи. Привет, Джойстик. Не мягчина. Джойстик? Да. Может, потому что она мало ест? Я придерживаюсь той позиции, что кошек не стоит кормить кормами, типа... Так ты не корми. И не кормлю. Так давай покормим ее. А у тебя нету у себя рыбы? В холодильничке нету? Нет, у меня нет. Так можно, ну можно купить, либо поехать словить тогда, я не знаю. У меня есть лодка. А у меня есть удочка. А у меня есть машина. Значит, мы едем на рыбалку. Классно, поехали. Мы отражаемся. Жан, а это воду можно пить ее или нет? Так это ну как это там сверху пузыри? Может, мы поймаем сейчас, не надо никуда ехать. Ну так, кстати, по-моему, самое сложное, да? Это потом еще и снять надо. Да. Я чувствую, мы без воды остались. Это такая система. Ты, походу, сам не умеешь делать. Я делал, я тебе говорю, я делал. И потом ты его топишь там. Она шоу. Я ее пью. Вода чистая, да, кристально чистая. Шапка, быстрее лови шапку! У меня там уже утонула одна шляпа. Надо ловить шапку. Давай ведро. Давай удочки, удочки, давай. Слышь, надо что-то прыгнуть. А вот это. Они, слышишь, да? Подожди, 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 вот ведро поднимается, толкайте его в ведро. Давай, давай, ведро. Да! 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 Все нормально. Шляпа, спасибо. Пойте, пойте, глухари, певцы зари. Парите, ведро, канале, Чувак, нам керосин нужен или нет? Я нашел, вот чем ловят рыбу. Это ж сачок, думай. Это ж кларнет или гобой или что это? Но это не флейта. А, ну, да. А как он нажимается? А я на кальяне, я кальян курю, и может у меня повышится? Или это от себя надо, блин? Да, от себя. А вот это не лодка? Может это вот она лодка? Лодка. Да, кстати. Это же лодка. Это гениальная лодка. Это местная. Давайте, доставайте ее, надо ее проверить. Погнали! А, горячо! Тихо! Смотри, а вода-то откуда-то? А, это с моих рук, все нормально. Так оно так, не тонет. Мы еще не тонем. Ну, ладно, по... давай. Это, да? Так мы по кругу так будем, это с двух сторон. Я пришел на зон. Ну смотри, фильм «Диких условиях». В «Диких условиях», да. И там был такой же. Наверное, это... Можем обожраться ядовитых ягод и приспать здесь. Он пожирает весло. Но рыба, насколько я знаю, непривередлива. Непривередлива к еде. Я думаю, даже... они все жрут. А дальше они потом уже не едят. У них обеда нет, у них только завтрак. А мы попадаем в это... в их в рацион даже. Их! 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 Нет, вы их рацион, мы попадаем. Мы всегда, мы всегда и везде попадаем. Итонуло. Пора на рыбалку. Let's go!
наконец-то мы приехали. Мы уже на нашей бурной речке. Мы достигли этой цели. Будем глушить рыбу нашим обаянием. Здесь водится рыба разная и разнообразная. Щука, сом. И мы будем ловить, наверное, сама. Я смотрел, цвет у него абсолютно не голубой. Голубой кит, это кит педик, по сути, да? То есть ему нравятся пацаны или киты, а не китихи. Китихи. Китихи таких и не слышно. А киты и женского рода, это вообще, наверное, я думаю, это вообще как вид. Вид, голубой вид. То есть они все там голубые. А девочки киты бывают? Их не было. Китихи. Ты слышал хоть раз? Китихи, да. Нет. Ну, значит, их нет. Дорогие телезрители, сейчас мы вам расскажем, как ловить рыбу. Но мы сами еще не знаем. Мы прочитаем это дело все в энциклопедии. Открываем. Вот. Энциклопедия. Для рыбалки вам нужно... Лодка. Лодка есть. Лодка есть. Лодка. Для рыбалки вам нужна удочка. Раз, два, удочки. Три удочки есть у нас. Что-то я тоже думаю, что мы это читаем? Пусти шлюпку на воду. Рыбак круче дизеля, рыбак круче дизеля, рыб дизель, круче дизеля. А, пускай нам про погоду нудят в телевизоре. Рыбак не уступает в надежности дизелю. Нас не остановить ни морозом, ни ветром. Я завтра намотаю на шнек километры. А те, кто испугавшись, останется дома. Таких не уважаю среди друзей и знакомых. Оу, е, рыбак круче дизеля. Оу, е, рыбак круче дизеля. Потеряй меня, не отпускай меня в речку. Как можно накормить кота, не используя лодку? Наша идея с лодкой немного провалилась, потому что течение на Амазонской реке оказалось сильнее нас. Мы не ожидали такого. Мы попробуем, опять же, несколько способов. Морис попытается поймать живность с очком. А Алексашка сломал весло. Это плохо. Это плохо, нам всем попадет за это. Ну что, ребята, ловим? Нет, да, пока не клюет. Осачок чуть-чуть получается. Водится ли здесь какая-то рыба? У нас просто кошка голодает, и мы выехали на выезд, чтобы поймать для нее обед, потому что мы не хотим кормить ее химическими пестицидами. Самые водятся. Самые, яму, да? В ямах где-то сидят. Какие приспособления? Удочки, крючки. Крючками, да? Червяки. На червя, да? А на крекеры, как вы думаете, будет ловиться? Вот у нас крекеры. Только крекеры, да, печенье. Если его размочить и насадить. Какой-нибудь сом может и поймать. Ну да, можно. Или что, чем прикармливать может как-то? На людей можно поймать. На людей, да. Рыба наверняка и не подозревает, что вот эти вот кондитерские изделия настолько хороши. Поближе нужно чуть-чуть. Рыба, давай. Давай, рыба, ешь. Ешь, глупая, а потом мы тебя будем ловить. А ты там ее лови, да. Я уже вижу, как рыба косяками плывет сюда. Мы... Кошка лопнет сегодня. Все, печенье, печеньки еще себе чуть-чуть, а остальные на подкормку. Тихо, клюет! А, пошутил. Рыба не оценила наши старания, вкусноту крекеров и... И что? И наши попытки оказались тщетными. Как мужик, который... Мужик бросил невод. Четвертый раз невод закинул. И стоит закинул. Мужик без невода, как мудак. Да. Так там было? Да. После неудачи на реке мы приехали туда, где рыбу специально выращивают. Если сейчас нам это не удастся, то мы полные неудачники. Show. Want you to gonna kick with my new shoes. I'm
until I need new shoes. Подсекай. Ну, посекай, посекай. Дергай, ну что ты, что ты? Идет, идет. Вот он. За два часа мы наловили аж две рыбы. Ну, посмотрите в эти глаза. Она, по-моему, плачет и страдает, и кричит. В общем, мы решили отпустить их. Пусть Джойстик не обижается на нас. Это рыбы-сестры. Ловись, ловись. Оп. Первая пошла. Рыбка, мы тебя отпускаем. Но не забудь исполнить наши желания. Прощай. Да-да-да. Сегодня спасли две жизни. Спасли три жизни. Джойстика тоже мы сейчас покормим, наверное. Я думаю, чем-нибудь. Нам придется как-то схитрить грудью. Давайте наспор. Давайте наспор, я не знаю. Давайте поспорим. Давайте каждый из нас возьмет что-нибудь свое и будем каждый своей едой кормить. Это состязание. Я люблю состязание. Отлично. Как говорится, вызов принят. Да. Жост. Кс-кс. Привет. Мы приехали с рыбалки, у нас не получилось поймать рыбу, к сожалению. Но у нас есть другая идея. Каждый из нас троих купили тебе свое лакомство. Как бы я предлагаю для тебя очень калорийное, вкусное яйцо. Морис подготовил для тебя колбасу. Колбасочку. А Алексашка купил тебе вискас. Это не проблема. Ведь да? Давайте попробуем наспор. Я ставлю на то, что она будет есть мою еду. Да, вискас она будет есть. Да не будет она есть вискас, будет она есть яйцо. Детское, молочное. Спорим на лысину. Кто проигрывает, тот бреется на лысо. Я вообще-то только отрастил волосы, ну ладно. Надо, чтобы кто-то разбил, разбей. Итак, жест, давай. Фас. Ну надо ж, подожди, давай, может... Фас, а чё ты свой китикет ей сразу пихаешь? Я хочу побить. Вообще-то она будет яйцо есть, давай, давай. Я тебе даже порежу её, порву. Порежешь. Салатик сделаю. Фас. Жёст, фас. Давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, нападай. Нет, не ешь китикет, давай колбаску. Давай, яичко. Яичко. Да я бы сам бы его съел бы. Смотри, смотри, какое вкусное яйцо, смотри. Жося, Жося. Яичко, давай. Давай загадай. Можно ее поцеловать нужно. Она превратится поцелуй. В принцессу? Поцелуй. Я хочу...